Всем добрый день! Друзья, волею судьбы я сегодня находилась в городе Шелихов Иркутской области. Абсолютно нечаянно узнала о том, что в городе праздник. Город Шелихов отмечает День металлурга и свое 60-летие. Но давайте и мы окунемся в атмосферу праздника и прогуляемся по городскому парку, а также посмотрим достопримечательности города. Так, а это у нас что такое тут? А скажите, пожалуйста, что вы делаете? Разрисовываете детей, да? Понятно. Ну-ка, давайте посмотрим, какие рисунки есть. Ну-ка, что у нас? Так, вот такие вот рисуночки можно разрисовать. Детей можно разрисовать. Иван? Да, Иван. Иван, скажи что-нибудь хорошее. Праздник. С праздником. Спасибо, спасибо. И вас также. Ну, давайте посмотрим, что продают. О, какие кружки красивые. Это чья продукция у вас? Моя. Ваша? Да, я все сама делаю. Вы делаете сама? Как забавно. Ну, здорово. Дорогие кружки. Ну, я не знаю, для меня нет недорого, потому что я ценю свой труд. Ну да, конечно, конечно. 1800 кружка. Кружка 1800, да? Нет, ну красивая кружка. Все верно. Молодец. Так, что у нас еще тут? Браслеты. Ой, как все красиво, сказочно. Ой, какие игрушки. Ой, красота какая. Ой. Где-то у вас там музыка играет. Стас Михайлов, да, приехал? Да, будет выступать без 10:10. Без 10:10? Но... Понятно. Друзья, я сегодня узнала, что Стас Михайлов приехал. И концерт начнется в 10 часов вечера. Скажите что-нибудь хорошее про город, про ваш. Мы не местные. А, не местные, да? Извините. Но все равно с праздником. С праздником. Так, а вот здесь у нас очередь. Ага, это шашлыки. Да-да. А вы
вот здесь вот, наверное, вот здесь, наверное. Кормят людей, все понятно. Нет, у него там, давайте бегом кто-то из вас. Все тоже, если все о, мороженое. 50 рублей. В вафельных трубочках. Вот как раньше было. Каких там, во, в 50-х годах. Вот и здесь точно так же все. Сейчас мы движемся к стадиону «Металлург». Слышите музыку? Кто там? Битлы играют? Битлов исполняют. Стадион «Металлург». Я пришла сюда. Вот здесь в 8 часов вечера начнется концерт, посвященный Дню города и Дню Металлурга. Ну, может быть, что-нибудь сыграют на камеру? Но все люди подтягиваются, готовы занять места. Скопилось очень много народа перед входом, но пока еще никого не пускают на стадион. Ну вот музыка, ну-ка, давай станцуй. Я сошлычу, я и так покататься ну, вы, некоторая па немножко сделает, давай. Он, смотрите, как он их начал танцевать. Потанцуй на камеру маленько. Ну-ка, на камеру чуть-чуть. Ну чё, хлебушек, все ложим, мясо свежее. Молодежь, кто-нибудь спляшите ногами. Вы не стесняйтесь, танцуйте, я также потанцую. Ой, стеснительные какие. Шашлыки горячие покупаем по 150 рублей. Все на стадиона, а я в обратную дорогу. Эй, доча. Кусай вату. Люди отдыхают. Видимо, ну да, весело сегодня будет в городе Шелихов. А вот я вышла к зданию «Русал». Российский алюминий. И вот на территории стоит вот такой вот памятник. Так, что тут написано? Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 27.01.62 года. Преобразовать рабочий поселок Шелихов Иркутского района в город районного подчинения, сохранить за ним прежнее наименование. Вот, город Шелихов, центр алюминиевой промышленности Сибири. А вот это вот само здание. Смотрите, достаточно такое огромное здание «Русал».
видимо, управление. Немножко пройдем дальше. А вот и вывеска. Филиал ОАО «Русал Братск» в городе Шелихов. Так, а это что? 90 лет алюминиевой отрасли России в авангарде прогресса. Ну, хорошо. А это памятник Григорию Ивановичу Шелихову. Вот он стоит на площади около Русала. Да. Шелихов Григорий Иванович. Гвоздички. 1747 год. 1795 год. Вот Григорию Ивановичу установили памятник. Вот такой вот. Ну что, я считаю, довольно симпатичный. Очень даже мило. Я возвращаюсь домой. Посмотрите, по какому красивому лесу я иду, сосновому. Очень все мне понравилось. Администрация города, я считаю, постаралась. Действительно очень весело. Все замечательно. Ну ладно. На сегодня я всем говорю пока-пока-пока-пока и до новых встреч на моем канале.